Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Обращала внимание, как в нашем обществе обесценивается психика? Конечно. То есть у нас впереди всегда стоит материя, впереди всегда стоит наука, впереди всегда стоит религия, впереди всегда стоит что-то, а мир психический, мир человека, он вообще никто, ничто и звать никак. И даже мы говорим о дурке, о сумасшествии. Угу. А ведь на самом деле это та часть, которая создает реальность. Это та самая часть, которая основная, которая обесценена, а это именно то, что создает. Да. И что тогда и реальность у человека будет обесценена, если он обесценивает психику. Вот его проблемы, которые он имеет, вот он, те болезни, которыми он болеет. Это все отсюда берет начало. И знаешь, что меня очень сильно удивляет? Вот смотри, не так давно мы смотрели с Вовой статистику по... есть такое заболевание СПИД. И мы смотрели статистику по СПИДу, сколько людей в мире поправилось от СПИДа. И оказалось, что поправилось всего за все время 5 человек. Из них 2, по-моему, в Аргентине, там вроде как диагноз подтвердили анализы, но по жизни люди не лечились, и диагноз не был подтвержден документально. Поэтому вот как этому верить? И оставшиеся – это те, кому пересаживали костный мозг. То есть фактически мы имеем заболевание иммунитета, с которым работали через пересадку костного мозга, то есть материей. Материей. Почему не психикой? Вот почему к этим двум человекам, поправившимся, которые, ну, поправились, да, предположим, поправились, ну, задокументировано же это официально идет в статистике, официально, их учитывают официально. Почему к ним не пришли, не поинтересовались? Ребята, а как вы поправились? Просто задокументировано и все, да? Да. Как факт, что было и не стало. Было и все. Было и было. Вот это случайно случилось. И вот смотри, если предположить, что сейчас находится человек или люди, которые поправляются от каких-то недугов, ну, сумасшедших недугов, вот выходят из болезни. Как ты думаешь, как отреагирует общество на это? В лучшем случае это будет задокументировано. Ну, как уже имеющиеся. Да? Медицина не поинтересуется, а как вы? А знаешь, почему не поинтересуется? Конечно, знаю. Потому что неинтересна эта тема. Потому что нет продажи лекарств. Ну, тема неинтересная. Все. Тема. Это невыгодно. Невыгодно. Тогда, если мы вот это понимаем, да, ну, и это очевидный момент, тогда вопрос, насколько надо быть больным человеком, чтобы идти сразу туда, где тебе будут продавать лекарства? Угу. Смотри, на самом деле... Ты ж не за здоровьем идешь, ты тогда идешь за покупкой лекарства. Именно поэтому и невыгодно психику выдвигать на первый план. Но вырастить здоровых на голову людей проще, чем отравить их химикатами. Если с детства заняться, то ты вырастешь здоровое поколение. Сразу много здоровых. Но если ты их с детства будешь травить, то ты вырастешь кучу больных. Но кто для этого должен это... Вот, кто это должен осознавать? А вернее, даже не осознавать, а чувствовать. Родитель. Родитель. Но если родитель сам в этой концепции, он болен. Просто на самом деле безумие, когда... Вот на сегодняшний день, вот для эксперимента, человек может обратиться к любому врачу, будь то офтальмолог, будь то еще кто-то. Я вот приведу тебе пример. Я проверяла зрение, угу, вот на этой неделе. Угу.
И я поехала в частную клинику, альтернативную. Мне было интересно, как за год изменилось мое зрение. Я отдельно там с твердыми линзами работаю с ребятами. Там у них задокументированы обследования и так далее. Я решила, вы хорошо, но есть еще третье лицо, независимое. Я приехала и провели обследование. Могу похвастаться, зрение улучшилось на 1 диоптрию за этот год. То есть я еще -1 диоптрию убрала из копилочки в разряде «невозможно», да? Медленно, но верно мы идем к цели, товарищи. Но я была удивлена другому. Очень хорошая клиника, очень хорошая врач. Но она мне сразу на продажу столько предложила всего. То есть весь товар был налицо. А нужно было всего лишь проверить зрение и выписать новые линзы. Обычные, чтобы у меня было откорректировано. Если мне понадобятся мягкие линзы, то я смогу пойти купить. Но как же в придачу не продать еще целую порцию? В этом же заключается суть. Это было удивительно, это было предложено очень корректно, очень все, очень заботой. Да, заботой. Можете это, можете это, можете это. То есть на выбор, вот как в очень хорошей ювелирной мастерской. Но это клиника, хорошо. Если обратиться к врачу, к любому, первое, что делает врач? Выписывает на бумажку. Чем тебе лечиться, и выписывает рецепты. Все, продавцы лекарств. То есть, по сути дела, наше здравоохранение – это магазин по продаже таблеток. Человек не задумывается магазин о том… Магазин по продаже зависимости. Зависимости, да. И человек не задумывается о том, что у него вот здесь должен быть магазин. Не там магазин, а здесь должен быть магазин. А у него все вынесено наружу. И ты знаешь, при таком подходе на самом деле можно даже задуматься о безопасности государства, о безопасности общества, шире, если на это посмотреть. Вот, например, государство не производит свои фармпрепараты. Поступают лекарства немецкие, австрийские, там, я не знаю, чьи они там бывают, индийские, еще, наверное, какие-то бывают, израильские. И вот... Получается, эта страна говорит, а я вам не буду поставлять. И что? Население будет умирать? Тут же идет в обществе напряжение. Ай-яй-яй, как вы не можете договориться? Это уже идут прямые манипуляции. Чуть-чуть дай, будет еще усилено. Мы уже это в обществе наблюдаем. То есть фактически, когда у человека обесценивают психику... Ну, он впадает в зависимость от материального. Он впадает в зависимость от материи, и да. Тогда управляет тот, кто производит. Конечно, да. И тогда это уже угроза нацбезопасности. Это очевидные вещи. Так вот, чтобы этой угрозы не было, надо, чтобы человек вернулся к себе, и у него в башке подкорректировали шарики и ролики. Ну, а как ты можешь, чтобы он вернулся, если у него Бог вынесен? У него сила вынесена вовне. Все, то есть мозг отключен, на самом деле мозг выполняет только свои там 5% или сколько, или 10%, покушать, поспать. Наука честно сказала об этом. Поработать, да, и хватит. Все, дальше больше пользоваться зачем? Дальше полная зависимость от внешнего. Да. А если еще на эти 5% наложить то количество алкоголя, которое выпивается, ну, так это вообще, да. И то количество сигарет и вейпов, которые выкуриваются, то там и процента не остается. Да. Самое главное, вот были сигареты, сейчас уже вейпы, да? Еще что-то появится новое. Главное, не остывайте, народ называется. Не остывайте. А ведь все это делают деньги. Ну, это очевидно. На самом деле, очевидно, очевидно тогда, когда ты знаешь ценность психики, да? Ты это как отлетевший от окна и видишь форточку, тогда да. А когда у человека только материя, то тут, знаешь, ум же это что? Это материя, он ум ограничен, он материален. Все.
то здесь ты не попрешь. Как говорится, против программы, если она записана в машине, то она не может сама придумать что-то новое, если только сломалась. Все. Так вот, на этом и построено все, чтобы та программа, которая прописана, вот она работала. Все остальные были заглушены. И человек с удовольствием поддерживает себя на уровне машины. Ты знаешь, вот просто сейчас вспомнила, мы вели программу, да, вчера, и мы впервые дали интересную психотехническую базу, причем эта психотехническая база, когда давалась, предполагалось, что она дается тренерам уже будущим, да, и у тренера уже предполагается, что проработано эго, он его уже осознает, да. И когда проработано эго, тогда у человека не возникает желания управлять и властвовать, потому что он понимает последствия этого желания для своего здоровья и для своей психики. Мы что увидели? Первое, что проявилось, именно это вот желание управлять. Желание прям закинуть быстрее, желание управлять. И причем это настолько естественно смотрелось. Автоматически. Есть, да, то есть, знаешь, как воздуха, так а как по-другому? То есть оно сразу очевидно. А у человека кажется, как я же там спасаю или там еще что-то. Я управляю. Ну, видишь, мы же специально перед этим разложили все программное обеспечение человека, что у него записано на подкорке, каким образом человек будет реагировать и с чего надо начинать для того, чтобы начать что-то редактировать у него на подкорке. И при этом, казалось бы, априори, вот ты берешь две основные линии, за которые будет зацеплено все остальное, да? Вот два провода, синий и красный у тебя есть. И дальше ты уже дальше разветвление смотришь, как редактировать. И при этом априори ты эти провода уже сможешь редактировать только тогда, когда ты свое эго осознаешь. То есть ты не отказался от него, ты не убил его, ты не заморочил его, не замучил голодом, там еще чем-то, да, религиями там, и так далее. Нет, у сильного человека сильное эго, но ты его осознаешь в каждый момент. Ты в каждый момент осознаешь, если ты проявляешь какой-то силовой потенциал, то ты его проявляешь зачем-то. И да, если то есть у тебя цель есть. У тебя есть цель однозначно. И эта цель будет достигнута в тот момент, когда ты проявляешь его. Так или иначе, это все равно будет на результат. И это сработает в жизни. Это когда ты управляешь. А когда ты не управляешь, то тогда возникает желание властвовать. Желание управлять. И тогда эго управляет тобой. Весело. На самом деле. Но тогда мир болен. Потому что ты находишься в болезни пока. Да. Пока ты управляешь миром. Пока ты управляешь миром, да. По-другому никак. Или пока ты спасаешь мир, жалеешь это, мир. Да. Так а что? Это есть. И пошло. Да. Все программки, которые включаются через религию. Спасите. Да все включается через религию. Ты знаешь, вот на самом интересном месте мы остановились в понедельник на погружении, когда мы пошли вот именно в тот пласт, где прописано у каждого человека, как он уйдет из жизни и когда он уйдет из жизни. И вот этот пласт религиозный, когда туда вошли, сколько интересного нашли. И как это на здоровье сказывается круто. Да, да. Тот пласт, который как крышечка на баночке. Угу. Вот за эту крышечку ты не успела родиться, но ты а уже ты за эту крышечку не выпрыгнешь. То есть фактически ты уже в гробике. Ну почему не выпрыгнешь? Выпрыгнешь. Если ты интересуешься собой мозги, да. И включаешь действительно твой мозг, то ты им пользуешься тогда. Если не включаешь, то не пользуешься. Если твой мозг – это ты, то тогда все хорошо. А если мозг
как говорит это Черниговская, говорит, как она говорит про мозг? Мозг управляет всем. Да. Ну, тогда извините. Черниговская говорит, что мозг всем управляет. Сколько людей говорят, что гормоны всем управляют, да, дофамин всем, кортизол всем управляет. Кто угодно управляет, только не я. Да. А я безответственный, слабенький, да, тело, которое где-то под забором валяется. Жду спасителя. И бухает на ночь, да, глядя, чтобы соседи не видели. Ну, у каждого свое. Но это на самом... Вот это все интересно. Интересно то, что человек не видит то, что у него под носом, и то, что у него есть самое важное, самое ценное. То, что под носом, он и обесценивает. Да? Не видит и обесценивает себя. Вот представь, вот случается такое. Хотя что представлять? Сколько людей у нас вышло из аутизма? Сколько детей? Сколько людей вышло из онкологии? Сколько людей улучшили свое качество жизни, как изменилась их жизнь, бизнес и так далее. Ты с наукой сотрудничаешь? Нет, конечно. А с медициной? Ну, когда, да. Нет, конечно. Очевидные вещи. Очевидные вещи. И при этом, когда я смотрю на поликлиники, на больницы и так далее. Я понимаю, что это игрообразующие учреждения, которые очень нужны обществу. Нужны, чтобы отфильтровать бесперспективно больных. То есть все, это уже все. Фильтра. Знаешь, как выдавить все, что можно, и потом отфильтровать. Я бы так это назвала. Да, проводить спокойно на кладбище. Без шума и... Причем насколько это все очевидно, а человек этого не видит и входит в зависимость от лекарств. Это просто невероятно. Это очевидно, а человек настолько слаб и не верит в себя. То есть вот что значит психика обесценена. Что он полностью в зависимости от лекарств. Ну, ты знаешь, я бы много могла сказать, но просто не скажешь это на широкую публику на самом деле. Да? Потому что когда очевидное очевидно, а человек уперся в стену лбом, и как та машинка ждет, когда его хозяин развернет или повернет, куда идти, да, а так он будет долбаться. Ну, это все о том, когда как раз-таки это тогда, когда человек обесценивает самого себя. То есть обесценивает психику. Да, это одно и то же получается. Когда ты обесценил свои психические способности и возможности, когда ты обесценил свой внутренний и психический мир, ты обесценил самого себя. Ты себя... Ты обесценил все. Ты себя сделал мертвым. Ну, это трупом, да. Самое прикольное. Вот встречаешься ты со знакомой какой-нибудь, да, и она имеет медицинское образование. Вот в процессе разговора, сколько раз за ваш разговор будет рекомендовано какое-нибудь лекарство? Даже просто, ой, слушайте, сколько лет, ой, это ж, мы ж уже не молодые, тут гормончики надо пропить, тут еще что-нибудь. И вошло, и ты смотришь на это. Я просто вспоминаю Малайзию, как общалась когда с этим владельцем ресторана, и он так, глядя в глаза, но мы ж уже не молодые, мы ж уже болеем, имея в виду себя и меня, мы ж уже болеем, у нас же уже у всех сахарный диабет, а вы что, сладкое едите? Нет, это у вас сахарный диабет. Вы, наверное, риса много есть. Ну, смотри, видишь, программа прописана. Капец. Программа прописана, и человек против программы не может. Да? То есть это, ну, очевидно. Нет, это все весело, конечно, но... Возможности психики невероятные. Просто невероятные, но мы сами их себе
себя лишаем этих возможностей, ограничиваем. Недавно услышала в ролике одну умную мысль. Умную мысль, которая, ну, интерпретирована была дальше, может, не так бы, как мне бы понравилось, но сама по себе умная мысль заключалась в том, что мужик пришел там, к какой-то женщине, которая обладала там какие-то экстрасенсорными способностями, и она ему сказала, что ты поправишься тогда, когда ты начнешь видеть в людях, что они больны. Потому что пока ты считаешь их нормальными, ты сам болен. И он буквально там приводил примеры, как он начал замечать, что действительно этот мир болен. Вот тебе притча про отравленный дождь. В каждой книге мы ее интерпретировали, продолжали, как бы она могла быть дописана. Пока человек обесценивает психический мир в угоду материальному, ничего толкового из человека не будет, развития не будет. Да, потому что человек обесценивает себя. Он себя конкретно лишает жизни. Все. Материя без сознания неживучая. Материя без сознания, она лежит пластом, мертвым грузом. А все потому, что человек находится в иллюзии заблуждения, что если он умирает, вот все, сознание покидает тело, то он умирает, что он живет одну жизнь. Поэтому он эту жизнь и не ценит, потому что она одна, а я проживу как-нибудь. А если бы он осознавал, что фильм у него в это время не выключается, а идет программа телепередач меняется, и пошла следующая телепередача, потом следующая цепочка у него. И это целая цепочка. А смерть существует в головах лишь тех, кто хоронит. У них продолжается фильм, и твой выход из этого канала, твое выключение этого канала, это кремация, гробик, там, похороны, еще какой-то ритуальчик, отпевание или. То есть наличие трупа обязательно. Так игрушка выводит тебя из этой реальности и переводит в следующую реальность. Но в твоей-то реальности уже есть следующая материя, следующий фильм и так далее. И вопрос, ты вообще где внимание будешь держать? На фильме или на себе, на своем переключении канала телепередач? Может, ты в моменте здесь и сейчас этот канал переключишь? Если ты ходишь весь такой депрессивный, больной, хромой, убогий, может, имеет смысл сменить фильм, где ты счастлив и успешен? И вот, кстати, тоже мне понравилось общаться. Вот девушка к нам приезжала, мы с тобой вдвоем общались. И когда попросили ее, вспомни, пожалуйста, есть видео «Практики радости». И она что сказала? Я не могу держать это состояние, я не могу удерживать, потому что человек привык жить так, где у него нет радости, где у него нет счастья. Как-то я буду делать какую-то радость, если у меня такое горе. Блин, трындец. И ты хочешь быть счастливой? Ты хочешь быть здоровой? А видишь, о чем это? О том, что лучше на автомате быть. Ну, я в горе и буду в горе на автомате. Чем работать над собой и удерживать свое состояние. То есть именно работать, управлять собой. Видишь, как? Это же о чем? О слабости. Более того, Ириш, меня вчера заставила задуматься одна мадам на одну тему. Если ты говоришь нормальные, серьезные вещи, абсолютно спокойно, разумно, и у тебя есть какие-то психические способности, то люди недоразвитые тебя боятся. Понимаешь? И тогда это тоже отклонение от нормы. Это психическое расстройство, когда у тебя здоровый вариант рассуждения вызывает страх. Но это значит, психически больной человек перед тобой. А более того, именно такие люди стремятся к управлению и к власти. Представляешь, да. И это трындец. Я просто вчера зависла была, и у меня был шок, потому что я понимаю, что я общаюсь с психически больным человеком. И это человек в управлении. Пускай там по мелочам, но это все равно вариант, когда человек болен. Может, алкоголь так влияет, может, еще что-то, но это реально человек болен.
Ну да. А он считает себя здоровым при этом. Прикольно. Вообще классная эта игрушка под названием «Жизнь». Так смотришь на все это и думаешь, ёптель, в очередной раз. Ребята, вы что? И вы после этого хотите быть здоровыми? И эти родители запрещают мне ковыряться пальцем в носу? Да? Да? Пока психике не будет отведено свое место, пока в школы не будут введены уроки благодарности, пока не будет убрана религия, общество не может быть здоровым. Вообще, ты знаешь, по уровню развития общества, на мой взгляд, определяется двумя критериями. Всего два, по двум критериям можно сказать, насколько развито общество в той или иной стране. Вот уже проехав, я не знаю, сколько десятков стран, но уже много десятков стран за спиной, я могу четко сказать, наблюдая за людьми, что два критерия глобально определяют уровень развития общества. Первый критерий – это грязь. Чем больше грязи, тем более недоразвитое общество. Да? А второй критерий – это религиозность. Чем более религиозно общество, тем более оно недоразвито. То есть, и причем самое интересное, что там, где много религий, вот как в буддийские храмы приезжаешь, там грязь. Просто вообще кругом. Я плевалась в Камбодже, я плевалась в Малайзии. Это капец. Чистый город. Это возле Куала-Лумпура, по-моему, мы были, там храм офигенный. И в Пномпене точно так же. Офигенные храмы, ты заходишь там. Мало того, что они скалу испортили, залезли туда, как мыши, так еще и не скалу, пещеру в скале, так еще и грязь. Вот просто это грязь везде, и мусор везде. И ты смотришь на это капец какой-то. И религиозность при этом повышенная. И точно так, вот любое общество возьми, чем ниже уровень развития общества, тем больше там религии, тем больше там грязи. Угу. Два критерия, показатель. Поэтому я очень люблю Минск, очень люблю эту мультирелигиозность в нашей стране, когда я помню, как моя мама говорила: «Ой, сегодня там какой-то праздник». Я говорю, так это ж католический. «Да какая разница, хоть иудейский, у нас праздник». И все подряд. У нее все время был праздник. Она говорит, ну я пирожок испекла. Говорит, какая разница, когда пирожок испекать, да? Все равно праздник. У меня мама такой живчик была, жизнь очень любила. У нас тоже в семье все время все праздники, неважно какая там, католическая, православная, все праздники праздновались. Это праздник. Ну, ты знаешь, у меня сейчас каждые несколько дней праздник. Как печка появилась. Каждый день праздник. Каждый день праздник. На самом деле, каждый день праздник. Да. Потому что каждый день – это новые возможности. Это счастье. Счастье, что ты живешь. Конечно. Счастье, что ты смотришь этот фильм. А какое счастье что, вот... что у тебя есть. Да. А смотри, вот мы в новый пласт психики вошли, и новые возможности. Это о счастье? О счастье. О счастье. Во сколько мы вчера работать прекратили? Ой. Наверное, уже стрелки за 0-0 перепрыгнули. Наверное. И ты же кайфуешь. А утром во сколько мы работать начали? И тоже кайфуешь. И тоже кайфуешь, да. Потому что... А ночью как работали каждый? А ночью озарение доставал, да, чтобы утром было чем обмениваться. И это постоянно, и это нескончаемо. Но зато результативность какая. Я просто жду. Я жду эту бомбу, которая скоро взорвется в публичном варианте. И это счастье. И это счастье.